Сейчас не сочиняю. Сын у меня умер, у нас с Василием Ивановичем, в 35 лет. Вот ему 10 декабря было 9 лет, как он уже умер. А в памяти он каждый день у нас. Тоска и грусть. Тоже про его было все творение. Забывать стало, теперь не занимаюсь. Летом тут дочка попросила меня, одной невестки, ее составить стихотворение на 55 лет. Так что получилось хорошее. Отправила в Кириш. Когда задумаю, так надо тоже мозги напрягать. Как. Это не шутка. Забудешь, да, чтоб рифма с рифмой сложилась, да, чтоб было все к делу, по теме. А образование-то мое 7 класс, 7 зим в школу хожено. Да, призвание-то у меня было бы хорошее, я была бы или следаком, или журналистика. Но, увы, не позволили ресурсы у моей матери. Отец нас бросил, с войны не пришел к нам. Жила деревня Одрино, то чудо 10 километров в час, она и на карте не существует. Так вот и пришлось. Вот с 7 классами 26 лет отработала в сельсовете. Ну там всего хватало. Там и нотариальные действия вела, и бухгалтерию вела, военно-учетный стол вела, и ЗАГС вела. Ну там всем, все, что было, все там. Что касалось жизни, все там было. И знала у кого что, где кто чего кушает, у кого что на дворе, у кого что на столе. Это все. Память пока еще, дай бог, сейчас сказать, не подводит. Вот уже 75 лет будет мне в мае. Много. А Люсеньке моей будет 5. Люли, вот так все намолола вам за 5 минут. Спасибо большое за стихи. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, ребята, вы на машине? Да. Да. Ну, счастливый. Вы до Питера? Сейчас до Окуловки провожают. До Окуловки. Садят меня в поезд. У нас Саша с Нижнего Новгорода. Это наша новгородская? Да. Только не новгородская. С Нижнего Новгорода. С Нижнего Новгорода. С Нижнего Новгорода. Да. А я думала, нашего с Великого. А про нас вот так говорят, новгородцы не уродцы, не воры, так пьяницы. Такая поговорка существует. Позорят нашу область, а везде ведь этого есть. Вот так. Такие дела, ребята. Еще раз спасибо вам большое. Посидели. Выздоравливайте. Ну все, доброго вам. Я прочитаю этот проект. Угу. Если что, телефоны у нас есть. Ваш, у вас ваш. Когда чего звонить. Да, обязательно. А вчера чего-то позвонили, такое какое-то заикание в трубке, ничего не поняла. Это в дороге, да, мы позвонили, там кто есть, то есть. Связь прерывается. Да. Связь прерывается. Прерывается, да. Где оно, где вне зоны, где как. Теперь все с трубками. С кровати позвонил, и все в порядке. Удобно. Удобно, ну очень. Хорошо. Идем. Спасибо. До свидания. До свидания, ребятки. Всем хорошо. До свидания.